Проект начался с того, что ребята пришли в наш двор. Я помню, это была зима, мы ходили, изучали примерно планы тропинок, где они ездят, какие из них вытоптаны, не вытоптаны. Вот. И потом началась долгая подготовительная работа. Мы проводили много встреч, мы проводили праздник новогодний двора, мы проводили встречи с жителями. И в общей сложности, наверное, более 10 различных встреч и собраний провели во дворе до момента реализации. Дашка, походите, поищите камни по двору. Вот, папа! Давай, вот, молодец. Как бы им где-то было играть и место для отдыха взрослых также. Вот. Считаю, вот этот проект как раз и нужен для проведения досуга и занятий с детьми. Я даже была удивлена, что такие проекты возможны в городе. И главное, без участия бюджета города, который практически не участвует в подобных мероприятиях. И мне когда сказала Татьяна Сергеевна, что она нашла урбанистическую молодежную платформу, которая будет заниматься этим вопросом, я вначале даже не поверила. Я была на вашем первом собрании, в котором обсуждался вопрос, как будет благоустраиваться двор, какие интересы у жителей, что они хотели бы получить. Очень много было неверующих. Все говорят, посидели, поговорили, разойдемся, и ничего не будет. Да и вообще нам это не надо. И вот когда получилось... Синим, зеленым, красным, с каждой... Команда Минской урбанистической платформы оставила нам поэтапный план реализации двора. И мы планируем совместно с жителями, совместно с администрацией Ленинского района города Минска данный план реализовывать. И, возможно, в течение нескольких лет мы достигнем финальной точки реализации. Договорились? Да. Точно, точно? Да.